Ом агьяна тимирандасья, агьянанджанаша лакая, чакшарун милитамина, тасмай шри гуравей намаха. Джаун Вишнупад Шрила Бхакти Бималавадут Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Бхакти Нирмалачарья Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Бхакти Раджан Маткасудан Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Бхакти Джаун Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чарья Варяшка Трашташи Шимад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чарья Варяшка Трашташи Шимад Бхакти Ракшакшидар Дев Госвами Махарадж ки джай, Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Сачитананда Бхактинот Такур ки джай, Джаун Вишнупад Шрила Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж ки джай, Ширупанов Гуру Варга ки джай, Намачарья Шрила Харидас Такур ки джай, Ананд Коти Вайшнава Вринда ки джай, Шри Читания Сарасват Мадхачарья Вринда ки джай, джай Шипатви Джараман Прабу ки джай, Джаун Вишнупатви Шваринем Шрила Чебахтидан Свами Прабхупад ки джай, Джай Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гири Хариджа ки джай, Джай Ши Гири Раш Гавархан ки джай, Джай Ши Нисим Хадев Прахлад Махарадж ки джай, Джай Ши Мати Тоуси Махарани Вринда Деви ки джай, Бахта Вринда ки джай, Джай всем преданным ки джай, Джай День Божественного Явления Ом Вишнупада Шрила Бхакти Судхира Госвами Махараджа ки джай, Джай День Явления Джахнави Деви ки джай, Джай День Явление Сита, Сита Деви ки джай, Нитай Гур, Примананде, Хари Бол. Джай, Шрила Гуру Махарадж, Гуру Дев, всем преданным ки джай, Харе Кришна. Хари Кришна, дорогие преданные, очень рады, что мы сегодня с вами встретились. Мы немножко задержались, но у нас было... совершили поклонение нашему гуру Шрила Госвами Махараджу. Вот, ну, все как в наших традициях. Предложили лепестки, огни. Вот, то есть так вот очень все позитивно прошло. Пообщались. Вернее, общаться много попели сегодня, разные баджаны. Вот он провели киртан. Вот, очень рады, что все сегодня собрались для того, чтобы отпраздновать этот замечательный день, день явления Шигуру. Вообще это мы должны осознать в какой-то момент времени, кто для нас является гуру, кто такой гуру, почему он приходит за нами. Сегодня мы как раз читали в этой удивительной лекции, что гуру это непостижимая истина. И кто-то спросил у гуру Махараджа, что, ну, гуру же, это же обычная джива, которая, ну, пришла как к какому-то возвышенному положению, и вот она чему-то научилась, теперь учит другое. И Шрила Сиддхарта Махарадж сказал, что гуру это не джива, гуру это сам Господь, это гуру татва, это определенная энергия Господа, которая приходит специально в этот мир для того, чтобы помочь всем падшим живым существам этого мира каким-то образом выйти из иллюзии, выйти из этого болезненного состояния, желания эксплуатировать эту материальную природу. И Шрила Госвами Махарадж удивительным образом проводит аналогии. И в одном месте он говорит, что если мы будем, это Бхактисиддханта, он слова Бхактисиддханта Сарасвати Такура передает, он говорит, что если мы будем воспринимать гуру, не будем воспринимать гуру как божественную высшую энергию, а будем воспринимать его как человека, который просто пришел и чему-то научился, и теперь нас чему-то учит, то Шигуру, он будет обманывать нас, он будет нас постоянно вводить в иллюзии, и мы не сможем понять высший божественный принцип, высшую божественную истину. Но если мы отнесемся как
гуру, как величайшему представителю Господа, то тогда милость возможна, тогда вот это вот самопредание, это понимание, что через какую-то личность проявляется сам Господь, дает возможность Господу пролить на эту личность свою милость. Но в противном случае этого не произойдет. Но сам гуру удивительным образом по-другому совершенно относится к своим ученикам. Он своих учеников воспринимает как гуру, что это его гуру послал, пришел в виде учеников для того, чтобы экзаменовать меня. Такой вот очень удивительный процесс происходит во взаимоотношениях между учениками, гуру и гуру парампарой. И мы должны понимать, что это всегда ачинтья, непостижимая. И одна из непостижимых истин – это как раз гуру-татва. Есть непостижимые истины Шива-татва, Вишну-татва, Джива-татва. Гуру-татва – тоже непостижимая истина. И сегодня тоже слушал разные лекции. В одной из лекций такой очень интересный момент затронут именно в связи с личностью Госвами Махараджа. И мы видим в этом материальном мире, что все люди, они очень-очень разные. Все люди занимают свое определенное положение, то есть занимают определенную деятельность. И у всех разные интересы, и все могут выполнять совершенно разные обязанности. И в этом мире, и там приводится пример, в чем различие между браманом и шудрой. И отличие такое, что брама – это личности, которые могут пребывать в высших слоях духа, иметь отношения с этими высшими слоями, вступать в эти взаимоотношения. И фактически вся жизнь брамана, она проходит в этой сфере. То есть мы видим, что подлинные духовные люди, они особо не делают ничего в этом материальном мире. Они не строят, они не копают, они занимаются исключительно вопросами духа. То есть их жизнь проходит внутри писаний, внутри воспевания святых имен, то есть и внутри проповеди, то есть какое-то общение с людьми, то есть для подачи. Но шудры, они полностью противоположны. Это личности, которые пытаются найти гармонию и комфорт в каких-то внешних вещах, то есть пытаются обустроить свой быт для того, чтобы было комфортно телу. И шудра происходит от слова шун, то есть это скорбеть, те, кто скорбят. И поэтому шудры, они не могут выполнять роль браманов, потому что само их состояние скорби, они не могут заниматься той же деятельностью. И браманам тоже незачем заниматься деятельностью шудры, потому что они не понимают, их деятельность всецело поглощена внутренним миром, духовным миром. И поэтому мы должны понять, что все люди делятся на определенный план сознания, все живые существа находятся на определенном уровне сознания. И это мы описали сейчас в большей степени даже то, что касается к этому материальному миру. Но удивительным образом, что кроме всего прочего, в этом материальном мире иногда могут происходить удивительные события в том смысле, что приходит... Приходят личности совершенно из другого измерения, из другой области, то есть не принадлежащие никак к этому материальному миру. Они приходят из трансцендентной обители Господа со специальной миссией по заданию Господа для того, чтобы обращать падшие души этого мира на духовный путь, для того, чтобы помогать живым существам осознать свою духовную природу и выйти из
пределов этого мира. И мы слышали такой момент, что когда Господь нисходит в этот мир, с Ним всегда нисходят Его ближайшие спутники. И эти спутники, они постоянно находятся с Господом. Это целая, ну, скажем так, группа личностей, которые занимаются какой-то определенной деятельностью, ну, в определенном времени, месте, обстоятельстве. И говорится, что когда явился Господь Читания, Его спутники тоже во многих местах явились, и также они явились в местах, где не протекала Ганга, еще в каких-то, там, скажем, Бангладеш, то есть родились в разных местах, и они родились с особой целью для того, чтобы, когда придет Господь Читания, начать эту активную миссию Санкиртана, распространение славы святых имен Господа. И в связи с этим мы можем просто не то что домыслить, а сделать вывод, что Писания, они абсолютно, они дают абсолютную истину. И в Писаниях сказано, что Господь, Он постоянно приходит на землю в своих различных аватарах, в своих различных, так сказать, воплощениях. Его окружают всегда какие-то определенные спутники. И это для кого-то скрыто, для кого-то закрыто. Мы можем сказать, что для обычных людей эта реальность, она полностью сокрыта. Но для личностей, чье зрение начинает пробуждаться или пробуждено, очевидные вещи, что Господь, Он постоянно из века в век, Он приходит на землю и являет на земле и других планетных системах свои удивительные игры. И мы можем из этого сказать, что лила Господа, она всегда продолжается. И мы можем из этого понять, что всегда, всегда спутники Господа и сам Господь, они являются где-то, но кто-то может его распознать, кто-то не может. Даже когда был Господь Кришна на земле и являл свои божественные качества в полной мере, не все верили в то, что он Господь. Они верили, что он великая личность, но думали, что он просто историческая личность, какой-то человек, который особенно могущественный, может совершать какие-то удивительные деяния. И то же самое, когда пришел Господь Читания, тоже кто-то верил, что он Господь, кто-то не верил, на кого-то была милость. Но мы всегда знаем, что Господь не откроется никогда тому, кому Он не хочет явить свою милость. И тем душам, на которых Господь решает пролить свою милость, неудачливые души, достигшие либо какого-то сукрити, либо уже освобожденные души, которые пришли вместе с Господом. Так или иначе, мы не знаем, мы можем заговорить только всегда сами за себя. То есть я просто всегда за себя говорю, что мне просто, вот, я даже не знаю, вот, каким образом, за что, за какие заслуги в прошлых жизнях просто посчастливилось встретиться с такой удивительной личностью, как Шрила Говинда Махарадж. И впоследствии, по его милости, мне посчастливилось встретиться со всеми остальными удивительными его спутниками. С Шрила Авадутом Махараджем, с Виджайараманом Прабу. И Шрила Ачарьей Махараджем, Мадхусуданом Махараджем, вот, Ашрамом Махараджем, Джанарданом Махараджем. Ну, много преданных, с которыми нам посчастливилось, те преданные, которые сейчас нас окружают. Это все разные спутники Шрилы Говинды Махараджа. В том числе одной из величайших личностей, его вечным спутником, был Шрила Госвами Махарадж. И поистине, это вот удивительная личность, которая живет очень, скажем, хранитель того, что оставили нам наши гуру. И то, что говорит Госвами Махарадж, то, что он нам преподает, мы можем сказать, что это не всегда нам может понятно быть. Да? То есть мы можем слушать Госвами Махараджа, читать его лекции. И иногда мы понимаем, что это настолько возвышенные вещи, что они не могут не укладываться даже в разуме, в нашем сознании. Но если даже мы не понимаем особо, о чем он говорит, и даже если мы
если мы слушаем лекции его на английском языке, которые, ну, и те, кто не будет знать английский язык, они услышат эту звуковую вибрацию, которая исходит от этой личности, они так или иначе очистятся. И так или иначе они поймут, что мы поймем, что это голос не этого мира, что это голос, исходящий из трансцендентной реальности, вечной реальности, которая... Трансцендентная реальность, она исходит для того, чтобы помочь нам очистить нас от наших всех заблуждений. И наша величайшая удача, что мы можем с этим соприкасаться. И наша задача только попытаться слушать все это. Попытаться день ото дня включать свои видеоплееры, включать свои айфоны и выходить в эфир и слушать это послание высшего мира. Мне в свое время посчастливилось встретиться с Госвами Махараджем по милости Шрила Авадута Махараджа. Ну, мы после инициации вернулись в Москву и какое-то время находились там, и как-то Авадут Махарадж организовывал выставку и сказал, что приедет один из самых великих преданных, который ученик трех гуру Шрилы Прабхупады, Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Говинда Махараджа. И он мне постоянно говорил: ты должен его послушать, ты должен с ним пообщаться. И я сначала как-то не мог воспринять его посыл, потому что очень все, как бы вот, мне казалось, что это очень сложно, это очень заоблачно. Ну, нам казалось тогда, что нужно что-то делать, там нужно что-то строить, все должно быть максимально упрощенно. Но мы должны понимать, что строить хорошо и много делать тоже хорошо, практического служения, особенно на нашем уровне, нам, которые находятся на определенном уровне своего развития, необходима какая-то такая практическая сева. Вот, но мы должны понимать, что все начинается с головы. То есть если наша голова занята какими-то материальными вещами, то, соответственно, наша деятельность может тоже превратиться в материальную деятельность. Поэтому нам постоянно необходимо очищение высшего сознания. И слушая то, как преподносит нам это духовное послание такие личности, как Госвами Махарадж, и параллельно выполняя те наставления, которые он говорит, потому что мы всегда слышим, к чему уделяет в большей степени Госвами Махарадж внимание. Он уделяет внимание служению. Он говорит, что только в служении мы можем познать, что такое воспевание святого имени. Эти две составляющие неотделимы друг от друга, то есть святое имя и служение, сева и харинам. Мы должны постоянно это понимать, что если мы просто будем воспевать святое имя, то, возможно, мы не поймем дух воспевания. А если мы будем просто совершать севу, мы, возможно, не поймем, возможно, эта сева превратится в карму постепенно опять. Поэтому мы должны принять наставления наших учителей всем сердцем и пытаться следовать, научиться быть в их обществе, если не в физическом, то хотя бы с помощью следования их наставлениям, то, что они нам изо дня в день, из года в год передают. И у меня особое открытие произошло с Госвами Махараджем, потому что Госвами Махарадж является, как и Авадут Махарадж, моими саньяса-гуру, то есть они мне вдвоем давали посвящение в саньясу, и, соответственно, у меня два саньяса-гуру. И вот после принятия саньясы я так не всегда решался подходить к Госвами Махараджу, задавать какие-то вопросы на лекциях. Ну, можно сказать, даже никогда не подходил так. Пару раз я в самом начале задал вопросы и как-то, не знаю, то ли стеснялся, то ли еще что-то. Не получалось. И вот тут
я понял, что я получил саньясу, нужно что-то в жизни менять, причем радикально. И у меня были такие вопросы к самому себе, правильно ли я совершаю какие-то действия. Ну, в частности, у меня был вопрос, у меня была очень сильная привязанность, ну, к просмотру различных фильмов. Иногда какие-то книги читал, ну, может быть, там, хороших авторов, вот, типа Достоевского. Но у меня был вопрос, а насколько это вообще, ну, резонирует с нашим преданным служением. И я пришел к Госвами Махараджу и задал вопрос. Но я ему задал в таком ключе, что вот, вот он перед этим как раз давал лекцию, и там была использована история из романа Достоевского «Братья Карамазовых». Ну, кто читал, про инквизитора. Очень такая позитивная история, на самом деле. Ну, мы сейчас не будем ее пересказывать. Я думаю, что ее можно прочитать где-то в интернете. Она отдельно главой выложена. И я задал в связи с этим вопрос Госвами Махараджу, насколько это вообще, ну, нам необходимо. Я, ну, говорю, что, допустим, посмотреть какой-то фильм, трансформировать его сквозь призму сознания Кришны и потом людям на основе этой проповедовать. Госвами Махарадж мне дал такую очень удивительную индивидуальную лекцию, минут на 45, где он полностью разбил все эти иллюзии по поводу того, что мы каким-то образом можем иллюзорную реальность задействовать в проповеди. Потому что он мне привел даже такой пример, что я даже, говорит, христианские посылы избегаю приводить в христианских странах, потому что это будет цепляться одно за другое. И поэтому лучше всего научиться давать сознание Кришны в чистом виде. Это я просто в двух словах, о чем это было мое общение с ним. То есть он мне очень подробно объяснял, каким образом душа, она попадает в иллюзию, каким образом режиссеры различных фильмов и авторы различных книг, они пытаются вести душу в иллюзию и постепенно уводят ее от подлинной цели человеческой жизни. И еще очень удивительно, что чем, он сказал такую фразу, чем круче режиссер, тем круче иллюзия. И тем глубже человек может погрузиться Рейкишна. Вот поэтому я в тот момент я понял, что насколько удачлива моя судьба, что я столкнулся с такой удивительной личностью, как Госвами Махарадж. И какая удача, что я решился прийти к нему на личный даршан и задать этот вопрос. Потому что я с тех пор, моя жизнь, она очень радикально изменилась. Ну, во-первых, это было на следующий день или через день после принятия саньясы. Вот. И, соответственно, у меня был вопрос просто, что значит быть подлинным саньяси, настоящим саньяси. И Госвами Махарадж пролил такую очень удивительную милость. И в связи с этим мы можем вспомнить, что Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он не так часто находился в кругу своего гуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады. Он фактически там, может быть, несколько раз с ним встретился, и несколько раз он получил какие-то определенные наставления, которые смогли вести его по жизни. И поэтому я просто вот что хочу пожелать в заключение этой такой небольшого нашего общения. Я хотел бы пожелать, чтобы все преданные, ученики своей гуру, ученики Госвами Махараджа, ученики Авадута Махараджа и ученики Мадхусудана Махараджа, других гуру, может быть, вот что они могли, чтобы у них произошла такая удача, чтобы они могли получить какие-то личные наставления от своего гуру. Мы все получили личное наставление во время первой инициации, во время второй инициации, кто-то во время третьей инициации. Вот, мы,
И это важно, но это общее. Есть еще некие дополнительные наставления, которые каждый гуру может дать своему ученику. Я поэтому желаю всем преданным вот, получить такую удачу, получить некий даршан, высказать своему гуру то, что у него наболело на сердце, и попросить его дать ему некое наставление по поводу того, чем заниматься в жизни, что делать в этой жизни. Это очень-очень важно на самом деле. Это основополагающие ключи к нашей духовной жизни. В свое время мне была удача встретиться несколько раз, может быть, три раза, или два или три раза со Шрилой Говиндой Махараджем и тоже задать ему несколько важных личных духовных вопросов. И Говинда Махарадж очень милостиво ответил мне на эти вопросы и показал некие направления, которым я должен следовать в своей жизни. Я просто понимаю, что сейчас нужно рассказать о Госвами Махарадже, но я думаю, все эти истории, его биографию мы можем прочитать где-то. И я бы просто хотел вот в этой короткой лекции поделиться собственным пониманием внутренней сути взаимоотношений между гуру и учеником. То, что нам необычайно повезло встретиться с такими личностями. Нужно понять, что эти личности, они специально пришли в определенные страны, как вечные спутники Господа, родились в этих странах. И они явились ради нашего блага, для того, чтобы явить нам свою милость, поделиться с этим удивительным духовной реальностью. И мы видим, что как они связаны между собой, как Госвами Махарадж связан со Шрилой Шридхарой Махараджем, как связан с Прабхупадой, как с Говиндой Махараджем, как они связаны со Шрилой Авадутом Махараджем, с Мадхусуданом Махараджем, с другими преданными. Это очень удивительно. Мы, может быть, не вхожи в этот круг очень близко, но, по крайней мере, у нас есть удача, что они до какой-то степени проявляют на нас свою милость, дают нам возможность хоть как-то, хоть через какую-то призму, хоть какую-то среду увидеть отблеск этой прекрасной реальности. Харе Кришна. Да, конечно. Харе Кришна, мы, правда, уже закончили. Вот, ну, сейчас. Может, кто-то еще хочет что-то сказать? Тароня, может, что-нибудь скажешь? Харе Кришна. Так, ну хорошо, дорогие преданные. Я думаю, мы на сегодня закончим наше мероприятие. К нам тут пришло несколько гостей. Нам нужно еще тут тоже пообщаться с преданными. Вот. Так что вся слава Шри Гуру и Гуранге, вся слава Шри Бхакти Судхир Госвами Махараджу. Слава Богу, что у нас есть возможность получать милость этих возвышенных личностей, что мы каким-то образом оказались в их поле зрения. До тех пор, пока мы находимся в поле зрения гуру и вайшнавов, наша жизнь, она успешна. Даже если мы делаем какие-то ошибки на своем пути, даже если мы там оступаемся, падаем, но если мы находимся в их поле зрения, если мы смиренно готовы принять милость свыше, помощь свыше, то они нас никогда не бросят, они всегда нас поддержат и проведут по этому сложному, но, как мы всегда говорим, удивительно прекрасному пути. И на этом мы закончим, наверное. Харе Кришна, дорогие преданные. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха.
Джай, Ом Вишну Пад. Джай, Саприкараса, Сигуру, Гуранга, Ганхару, Гири, Харизи, Ки, Джай, Джай, Сигири, Раш, Гвардхан, Ки, Джай. Джай, Ом Вишну Пад, Парамахам, Саприврадзи, Качаря, Варя, Штатра, Шташи, Шимат, Бахти, Сундар, Говинда, Дев, Гасвая, Махарадж, Ки, Джай. Джай, Ом Вишну Пад, Парамахам, Саприврадзи, Качаря, Варя, Штатра, Шташи, Шимат, Бахти, Ракшак, Штар, Дев, Гасвая, Махарадж, Ки, Джай. Бхагаван Шива Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай. Джай Ом Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Джай Ом Вишнупад Шива Сачитананда Бхактинат Такур Ки Джай. Джай Ом Вишнупад Шива Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Ширупанов Гуру Варга Ки Джай. Намачарья Шива Харидас Такур Ки Джай. Нанда Коти Вайшнава Ринда Ки Джай. Шибады Видья Пушна Ки Джай. Шива Вишванатха Чхравати Такур Ки Джай. Шинароттам Шимананда Шинивас Чарья Прабу Ки Джай. Шива Вриндаван Дас Такур Ки Джай, Шива Кришнадас Кавираджа Ки Джай, Сад Госвами Вриндавана Ки Джай, Сапаршада Шинитянанда Прабу Ки Джай, Сапаршада Шиман Махапрабу Ки Джай, Джай Шиши Рада Кришна Гопи Гопинат Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гвардхана Ки Джай, Шутха Бхакти Вигнавинаша Шинри Симха Дев Ки Джай, Бахта Прабара Прохлада Махарадж Ки Джай, Туласи Махарани Ки Джай, Ганга Ямунаджа Ки Джай, Гранта Радж Шимат Бхагаватам Читани Чайтамрита Ки Джай, Вишвайшнава Раджа Сабха Ки Джай, Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай, Шидам Майпур Ки Джай, Шидам Навадвип Ки Джай, Бриндавам Парашутан Дхам Ки Джай, Бхадева Субхадра Джаганатха Джа Ки Джай, Самайетта Вайшнава Мандала Ки Джай, Самайетта Бахтава Ринда Ки Джай, Харинам Санкиртана Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Шива Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Шива Бхакти Судхир Гасвая Махарадж Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Шива Бхакти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Шива Бхакти Раджамат Кусудан Махарадж Ки Джай, Шри Читани Сарасват Мадха Чарья Вринда Ки Джай, Джай, Шри Патви Джараман Прабу Ки Джай, Джай Шива Бхакти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай, Джай Шри Пат Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай, Джай Ом Шримати Бхакти Лалита Деви Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Вишварини Шиваче Бхакти Дан Свами Прабхупад Ки Джай, вся слава всем преданным Ки Джай, Джай, день божественного явления. Это, не закрывай пока. День божественного явления Джахнави Деви Ки Джай, Джай, день божественного явления Сита Деви Ки Джай, Джай, день божественного явления Ом Вишнупада Шива Бхакти Судхира Гасвами Махараджа Ки Джай, Тай Гоур Примананды Хари Гоури. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогие преданные, ну что, на сегодня мы прощаемся, всем дандаваты, харибол. О, встретимся, если ничего не помешает, завтра. Всем все, Хари Кришна, джай, Шрила Госвами Махарадж Ки, джай.